Орган – один из самых древних клавишно-духовых музыкальных инструментов. Его история насчитывает несколько тысяч лет. В России не каждый областной центр имеет орган в своих залах, но Сочи повезло. Уже более 30 лет этот инструмент украшает сцену зала, названного и в его честь в том числе – зал органной и камерной музыки. Ребята узнали, как включать орган, сколько он весит и из чего сделаны органные трубы, что общего между органом и машиной и зачем музыкантам кирпичи для игры на инструменте. Это формирование нашей будущей аудитории. То есть это тот, может быть, дефицит, который испытывают родители в плане, называется, куда повести ребенка. Вот есть место, куда можно повести ребенка, школьника. Юным сочинцам показали, как рождается органный звук, рассказали о всевозможных красках голоса, инструмента, об исполнителях и композиторах-органистах. Интерактивный урок сопроводили музыкальными эпизодами не только из известных классических произведений, но и из популярных мультфильмов и кино.